Живой товар. Намного выгоднее эксклюзивной мебели. Дети? Да. Я вас очень прошу, пожалуйста, отпустите меня. Мне не нужны деньги. Я очень хочу этого ребенка. Андрей, где он? Красавица. Беспокойство, стресс, бессонница. Защищайся. Седатив ПЦ. Седатив ПЦ. И стресса больше нет. Весна Лаймы в Спице. Сделайте покупку и выигрывайте сразу 1000 приглашений на концерт Лаймы Вайкулы 10 мая. Уникальные магазины, новые коллекции. Спице. Мир для всей семьи. В будущем мы сможем наслаждаться максимальным комфортом. Стиральные машины будут не только стирать, но и утюжить. В будущем даже кофе будет совсем другим. Кофе будущего уже здесь. Якобс Кронинг Меликано объединяет настоящие кофейные зерна ультратонкого помола и растворимый кофе. Вам понравится богатый вкус и аромат молотого кофе и удобство приготовления растворимого. Меликано. Якобс Кронинг Меликано. Крупнейшая автовыставка Балтии. Новейшие модели свыше 30 марок. Премьеры из Женевы. Особые цены. Испытай, купи и езжай. Экзотические авто и шедевры тюнинга со всей Европы. Хот-роды, лоурайдеры, суперскоростные спортивные болиды и красивые девушки. Испытай вкус авто. Профессионалам. Коммерческий транспорт, сервисное оборудование и оснащение. Крупнейшее автособытие. Авто-2013 на Кипселе. С 26 до 28 апреля. Сеть магазинов Даукова понижает цены на всю молочную продукцию на 20%. На хлеб и выпечку до 30%. А еще... Даукова колбаса. Попробуй, не устоишь. Да, вы говорили нам, что покрытие для мобильного интернета Биты могло бы быть и пошире. И мы согласны, что могли бы развиваться побыстрее. Поэтому инженеры Биты планируют сделать это уже летом. Им нужен твой совет. В каких уголках Латвии тебе нужно покрытие мегарадостей, чтобы читать новости и делиться с друзьями фотографиями? Зайди на megapreki.lv и отметь эти важные для тебя места. Это Биты. Компания, которая несовершенна, но очень старательна. Биты. Другая компания. Этой весной великолепная Лайма Вайкуле возвращается домой. С радостью буду петь для вас на своем весеннем концерте в Риге. Представляет SMS-кредит LV. Лайма Вайкуле в эксклюзивном весеннем концерте 10 мая в Арена Рига и в новом сборнике лучших песен Лаймы и хитов маэстро Раймонда Пауса. Билеты в сети «Билишу Парадиза». У 70% людей есть проблемы десен. Лаборатория «Водомекум» разработала новый «Водомекум Провитамин». Комплекс «Провитамин» борется с налетом и зубным камнем и обогащает десны витаминами, улучшая работу клеток. Крепкие десна и здоровые зубы. Рекомендуем новый «Водомекум Провитамин». Гель-Ибумитин лечит боли и воспаление мышц, суставов, ревматические боли. Прозрачный гель не оставляет жирных следов и запахов. Ибумитин всегда с тобой. Телеканал «Россия» приглашает 4, 5, 6 и 7 июля в концертный зал «Дзиндери» на 11-й международный фестиваль юмора «Юрмала-2013». Михаил Жванецкий, Владимир Винокур, Евгений Петросян, Елена Степаненко. 150 участников в грандиозном празднике юмора и смеха. Настоящий хлеб с деревенским маслом. Помнишь этот вкус? Опа! Восхитительная Делма Экстра со вкусом деревенского масла поможет тебе вспомнить этот вкус. Where are we watching?
тонкие волосы и ничего не помогает. Новинка от Schwarzkopf. Gliscur Ultimate Oil Elixir с ценными маслами и золотыми частицами раскрывает новый уровень восстановления волос и уменьшает их ломкость до 95%. Золотой стандарт восстановления волос. Или новый Gliscur Ultimate Oil Elixir от Schwarzkopf. Новинка Serum Gliscur Ultimate Oil Elixir с ценными маслами и золотыми частицами для роскошных волос. Новинка Serum Gliscur Ultimate Oil Elixir. Новинка на рынке Латвии. Не позволяй боли остановить тебя. Нанеси наклофенгель. Он снимает боль в мышцах и суставах и вернет тебе свободу движения. Наклофенгель – твой помощник в борьбе против боли. Сейчас в новой упаковке прослужит в два раза дольше. Рими. Тысячи низких цен каждый день. С карты Манс Рими курица горячего копчения 2 лата 29 сантимов за килограмм. Игристое вино Мартини Просекко 4 лата 99 сантимов. Помидоры 1 лат 25 сантимов за килограмм. Рими. Плати меньше, живи лучше. Деньги. Что лучше, потратить их или вложить в развитие? Вы скажете, ответ очевиден. Тогда почему многие предприятия продолжают растрачивать средства, переплачивая? Тратят больше, чтобы купить статус? Но в бизнесе статус не купишь. Его можно только заработать, доказав, что умеешь обращаться с деньгами. Это значит, что ты умеешь не переплачивать, потому что знаешь истинную цену вещей. Теле 2 бизнес. Новое мышление. Лучший бизнес. Внимание! Акция! Покупаешь мопед? Получи подарок. Велосипед и паровая швабра. 40 латов. Газонокосилка, самоходка и лодка. 120 латов. Лодочный мотор. 390 латов. Зарядка для аккумуляторов 15 латов, культиватор 100 латов, мотоблок 350 латов, прицеп 300 латов, бензопила и триммер 50 латов, мультитриммер и генератор 140 латов, машина для мытья полов и квадроцикл 990 латов. Почему супербольшой конус Супер Вива – это супер? Исключительный вкус крем-брюле, роскошная шоколадная глазурь с орехами и хрустящая, словно домашнего приготовления вафля. Супер новый конус от Супер Вива. Iepazīsties ar Crocs Retro. 70. Gadu sajūta jūsu kājām. Jaunais Crocs Retro stils ir atnācis, lai paliktu ar jums vienmēr. Mūsu veikalos Alfa, Galerija Rīga, Galerija Centrs, Malls, Open 24, LV. Tire Life от Pirelli. Это дополнительная гарантия на шины. Повредили шину? Поменяем на новую. Информация в шинных центрах Pirelli K-Point и на pkp.lv. Только в МКЛатвии. Рижский пенсионер стал судиться с квартирной мафией. Подав более сотни исков против своего домоуправления, рижанин своими силами без помощи адвокатов доказал, что не обязан платить за кодовый замок на подъезде и общий свет на лестнице. На это имеет право каждый пациент. МКЛатвия рассказывает, можно и получить рецепт на компенсируемые лекарства прямо в больнице. Как действовать, если семейный врач не выполняет свои обязанности? И какие законы писаны косметологу? И не пропустите откровений с первых уст. Историк моды Александр Васильев так долго молчал о личной жизни, чтобы рассказать все в своей книге. Как он работал посудомойкой в русской блинной, как КГБ присылало к нему женщин-агентов и как от него отвернулись русские друзья. Это не модно, но очень откровенно. Выпуск представляет лизинговая компания InCredit Group. Автокредит до 15 тысяч латов. Едь на своей машине уже сегодня. Новый номер МКЛатвии с телепрограммой и приложением здоровья уже в продаже. В мае 45-го они одержали великую победу. Теперь наше государство забыло о них, но мы помним и гордимся. И наш долг – помогать им. Позвонив на номер 900-6780, вы пожертвуете 1 лат. Общество 9 мая ЛВ. В магазинах новой и уцененной бытовой техники «Фарон» мы привезли для вас новую, обширную линейку бытовой техники немецкого качества «Шадлер». По ценам гораздо ниже обычных, широкий выбор холодильников, стиральных машин и особенно газовых плит. Вы видели газовую плиту с духовкой, грилем и электроподжигом всего за 99 латов. Плюс беспроцентный кредит на все товары от «Фарон Лизинг». Магазины «Фарон» на Брунинеку 71, Униас 6 и в торговом центре «Иксо» на улице Анненмуйжес 17. Подробнее на faron.lv. Это сейчас решающий момент, решающая неделя. Саша пытается вернуть Женю. Но не опоздает ли он? Ведь Николай тоже попытается найти поддержку у Жени. Ты нужна мне. Я хочу, чтобы было так, как раньше.
Ты единственный, кто действительно меня сейчас держит на проекте. Фу, это самый ужасный конкурс в моей жизни. Чтобы добраться до финала, им нужно сделать последний рывок и преодолеть себя. Я не буду туда лезть, все, отстаньте от меня, блин. Не пропустите. Взвешенные и счастливые. Блин, ну толстяки такого делать не могут. В субботу вечером на Первом Балтийском канале. А все, что осталось за кадром, в ток-шоу проекта по понедельникам на РЕН-ТВ Балтия. В течение 3 месяцев мы наблюдали за борьбой самых сильных ясновидцев за всю историю проекта. И нас ждет решающий момент. Кого выбрали зрители? Победителем 10-го юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов в Украине» становится... Заключительный эпизод «Битвы экстрасенсов. Война титанов». В субботу, 20:30. Первым. Угадай, в какой руке боль? Правильно. А тут нежность была. В цирке Нягани выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо. А это у нас лес горел. Видите, как звери бегут. А фотографировали вы, Анна? Откуда знаешь? Ну, животные в горящий лес бегут. А можно я тебя поцелую? Нет. Ну, пожалуйста. Ладно, только никому не говори. А, тогда не надо. КВН. Высшая лига. Сейчас смотрите на Первом Балтийском канале информационный выпуск «Латвийское время». Далее заключительные эпизоды мелодрамы «Красавица». После ток-шоу «Политика» с Петром Толстым. Здравствуйте.